Это ничего себе! Ты торт такой сделала? Да. Ух, что-то я устал в этой школе. О, кто-то звонит мне. Арсений, мы с мамой задерживаемся. Не знаю, поздно будем, но к нам сегодня гости должны прийти. Что мне надо сделать? Софийка, слушайте, ну что-нибудь придумайте, что-нибудь на стол, чтобы поставить было. Все, Арсений, давай, а то мы спешим, пока. Ладно, пока. София, у меня для тебя дело. Ну что у тебя за дело ко мне? Слышь, Софи, ну ты же девочка, ты готовить умеешь? Ну да, я девочка, но готовить не умею. Как? И ты не умеешь, и я не умею, Ай. А зачем тебе нужно готовить? Да гости придут, а папа сказал, что они с мамой задержатся, и чтобы мы с тобой приготовили на стол для гостей. А, ну так это легко, пойдем торт приготовим. Торт? А что для этого надо? Торт, ну я знаю, нужна мука и яйца. И еще всего много положить. И будет торт. Я когда-то тоже такое видел. Ладно, пойдем попробуем. Ну, пойдем, мы сейчас готовить пойдем. Торт. Так, Алексей, что мы с тобой взяли? Муку, сахар и яйца. Ну что, я буду начинать с муки. Сейчас засыплю, побольше надо. А давай банку купим, не так больше будет. Давай. Все, хватит. Ой, ну, наверное, хватит на всех. Хорошо. О, Вася! Алло, привет, Вася! София, подожди, тут связь плохая, сейчас. А, я засыпаю сахар. Дома играй. Хорошо. Да. Круто. Интересно, а яйца надо? А, да, математику еще не делал. Да все окей. Алф, яйца бросать? Угу. Да. Хорошо. Раз. А вообще кетчуп добавлять? Угу. Оп. И А, круто было, да, на квадрике катался. А, надо добавлять? Будет. Ну все, готово. Буду запекать. О, Арсений, привет. О, привет. Ну что, приготовили что-нибудь? Ну, не знаю, София что-то готовила. София? Я же тебе говорил приготовить. Ну, пап, ну она умеет лучше, чем я. Я не умел торт готовить. Арсений, пошли глянем, что она приготовила. Пойдем. О, вы идете, она торт приготовила. Это ничего себе! Шуфи. Это ты такой! Ты торт такой сделала? Да. Ну-ка, я сейчас попробую. Что такое? Папа, что, вкусно? Вкусно? Арсений, попробуй. Ну, давай. Попробуй, Арсений, попробуй. София, что там? Ты что, туда кетчуп положила? Ну да, ты же сказал, надо. Майонез с кетчупом, а кетчуп еще спайси, да? Ну-ка я попробую, что вы придумаете? Ой, он и правда какой-то
это невкусно получилось. Ну, Сань, я с тебе говорила, что не умею готовить. Пап, ну и я не умею. Ну, София приготовила красивый торт. Я-то это проглотил, но гостей этим мы точно угощать не будем. Поехал я в магазин. Хорошо, что у меня получилось раньше приехать. Ну и дети. Теперь можно целоваться. Давай я тебе буду сюда. Вот это я решила школу прогулять. Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? А как же хорошо играть на каникулах. Вот это класс. София, я не понял, а почему ты не собираешься? Тебе что, не надо школьную форму покупать? Ой, какую школьную форму, Арсений, зачем ее покупать? Ну как зачем? Скоро учебный год начинается, в школу ты пойдешь. О нет, в школу, я не хочу в школу, не хочу учиться. Что-то надо придумать. Что же, как же не пойти в школу? Так. О, вот! Не хочу учиться, а хочу жениться! Так, мне надо быстренько найти себе жениха. Где же его искать? Где же искать? Наверное, на улице найду. Ладно, пошла я искать. Так, это же где мне этих мальчиков искать? Так. О, вон там какие-то мальчики есть, пойду-ка я к ним. О, Федор, привет! Да, смотри, какая у меня бутылка есть. Федор, слышишь, у меня тут такое дело. Слышь, Федор, у тебя невесты случайно нету? Невесты? Нету. Нету? Отлично. Слышишь, Федор, так может ты станешь моим женихом? Мне тут жених срочно нужен. Женихом? А чё, могу, если надо. Ух ты, круто, а то представляешь, я в школу не хочу идти, не хочу учиться, а мне уже не говорит, надо. Лучше я женюсь. Ой, нет, замуж выйду, точно. Ну все, Федор, тогда я пошла одеваться. Ты тоже иди красивенько оденься. Нам же в ЗАГС надо. Ну все, давай, пока. Ну раз ты, Софийка, моя невеста, тогда я тебя домой провожу, хорошо? Вот это классного жениха я нашла. Спасибо, меня еще никто не провожал. Ну все, можешь уже идти. Хорошо, ну сейчас я тебя до дверей провожу, чтобы я не волновался, что тебя кто-то украдет у меня. Так, надо теперь спешить. Так, это же мне что, платье свадебное надо? О, и фата! И накраситься. Точно, сейчас быстренько все это надо сделать. Ладно, пошла я. Ну что, ребята, нашла я два платья. Одно розовое, вы его смотрите. Вот такое, красивое, да. А второе, я вам сейчас покажу. Вот такое беленькое. Ну, мне кажется, что оно больше подходит для невесты. Беленькое. Так, еще пойду возьму фату. Ну вот, смотрите, какую я фату нашла. Отличная, красивая. Ну все, самое время одеваться. Ну смотрите, какая я теперь красивая, настоящая невеста. Ну, пошла я к своему жениху. Ну что, надеюсь, что Федор не передумал. Ну я думаю, когда он меня увидит, он точно скажет, что я красавица. И на меня женится. Ну-ка, пошла я к нему. Вон Федор мой. Ой, Софийка, какая ты красивая, Софийка. Ну что мы будем делать, такие два красавца? Ну что, ну надо в ЗАГС идти, наверное. Давай руку пошли. Прям сразу в ЗАГС? Ну конечно. Ну пошли, в ЗАГС так в ЗАГС. А где будем жить, у тебя или у меня? Ты уже придумал? Жить будем у тебя, а кушать ходить ко мне. Ух, как ты классно придумал. Вот это правильно. А кушать у тебя, наверное, мама вкусно готовит. Да, ну ладно, пошли, я тоже закрою ЗАГС. Алло, ЗАГС, здравствуйте, я тут невесту себе нашел, иду к вам. Вы там работаете еще? Скоро будем, давайте, приготовьте там все. Спасибо, до свидания. Ну, молодец, договорился, ну ты у меня жених какой пробивной, отличненько. Так, хорошо, жить будем у меня, кушать у тебя. А кто на работу ходить будет, Федор? А? Ты или я? Наверное, нужно, чтобы ты ходил на работу, а то я же девочка, я даже в школу, если честно, не хочу ходить. Ну, раз такое дело, ладно, буду ходить на работу. Я ж мужик, в конце концов. Как же хорошо, все, теперь ты мой, получается, что муж и не жених. Ну, пошли теперь на качели кататься. Надо же как это все отметить. Софийка, садись, ты первая. Ты же девочка, вот так. А я пойду на другую сторону сяду. Ой, как же хорошо, когда у тебя есть хороший муж. Ой, вот так вот. Держись только крепко. Ты ж моя жена, я должна тебе заботиться. Держись крепко. Сейчас будем кататься. А пошли теперь на лавочку. У меня что-то вкусненькое есть для тебя. Идем. Ну давай садись. Что там у тебя вкусное же показывай. Залазь, давай я тебе помогу. Жены тоже должны мужья, между прочим, помогать. И я сяду.
София, у меня для тебя есть вкусное угощение. Доставай из кармана, доставай. Вот. Ух ты, это у тебя что такое? О, шоколад! Ты знал, что я такое люблю? Ну, ты, Федор, молодец. Федор, ладно, теперь можно целоваться. Давай я тебе больше дам. Как же приятно. Ого, уже можно целоваться? Подожди, я должен шоколадку сначала доесть, потом целоваться. Только подожди, не торопись, какая ты быстрая. Ну ладно, целую, вот так. Ой, какая, поднимай фату свою, поднимай. Ничего себе! Вот это я решила школу прогулять.